Всем добрый день! Сегодня хочу показать вам всходы петрушки и сельдерея, которые я посеяла 6 марта. Вот это петрушечка 6 марта этого года. Вот посмотрите, как она выглядит. А это сельдерей тоже 6 марта этого года. Вот как выглядит сельдерей. Дело в том, что семена взошли уже 9 числа. Сегодня 13 марта. То есть фактически через 3 дня уже семена хорошо проклюнулись. И, как видите, уже успели подрасти. Семена петрушки и сельдерея всходят очень долго, особенно если это касается открытого грунта. Поэтому я, конечно же, петрушку и сельдерей, неважно какой, да, выращиваю через рассаду. Семена всходят обычно через 15-20 дней, в зависимости от сорта. Но вот эта особенность обусловлена двумя факторами. Во-первых, семена защищены очень плотной оболочкой. И второй фактор – это поверхность оболочки покрыта эфирными маслами, которые препятствуют проникновению влаги вовнутрь семени. Что же можно сделать для того, чтобы и петрушка, и сельдерей взошли быстрее? Я в прошлых видео рассказывала об использовании тех способов, но еще раз хочу напомнить и хочу рассказать о том способе, который я использовала в этом году. Итак, во-первых, можно замачивать семена в горячей воде, но, пожалуйста, не используйте только кипяток. Во-вторых, можно замачивать в водке на 15-20 минут и затем промыть проточной водой. В-третьих, можно замачивать семена в цирконе, в эпине. Также можно замачивать в гумате калия. В мыльном растворе на 200 грамм воды 2 столовые ложки мыльного средства. На 1 час замачиваете, затем промываете и тогда высеваете в почвенный состав. Также хорошие результаты дает барботирование, то есть как бы обогащение семян кислородом. Замачивала я также семена и в марганцево-кислом калии розового цвета, замачивала в соке алоэ, в древесной золе. Но вот в этом году я решила поэкспериментировать и замочить семена, в чем бы вы думали, в молоке, в теплом молоке замочила семена, поместила их в мешочек, чтобы их было легко собирать, вот, и замочила до размягчения семени. Это приблизительно на 5-6 часов. Таким образом, замочив семена петрушки и сельдерея вот в молоке, в теплом молоке, можно получить очень быстрые всходы. В крайнем случае всходы могут появиться через 5-7 дней. Но у меня, посмотрите, насколько быстро. Фактически прошло 3 дня, и всходы уже появились, они уже на 13 марта, посмотрите, как хорошо выглядит. Подросли хорошо, практически 100% всхожесть, как у петрушки, так и у сельдерея. Поэтому используйте вот эти способы. Вам не нужно будет дожидаться длительных вот этих всходов. И, конечно же, ваша петрушка и сельдерей порадуют вас ранней зеленью. Тем, кому видео было полезно, информативно, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и ставьте палец вверх.